Ульяновская область подошла к всероссийской выставке достижений со всей серьезностью. Со дня открытия события в 75-м павильоне на ВДНХ заработает и стенд нашего региона. Главным экспонатом станет макет кабины легендарного транспортного самолета Ил-76 в натуральную величину. Над его установкой сейчас трудится 20 человек. Изначально нас консультировал бывший сотрудник компании «Авиастар». Сейчас он уже на пенсии. Он много очень в своей жизни посвятил созданию этих «Илов». И поэтому приложил много усилий к тому, чтобы мы подготовили первые чертежи, 3D-модели, для того, чтобы можно было отлить это из материалов. Макет выполнен из композитных материалов, из которых делают малую авиацию. Делали самолет с июля. Гости не только смогут сфотографироваться на фоне, но и зайти внутрь, где будет работать авиасимулятор. Это действительно будет такой собирательный образ трех Илов. Ила, который был изначально задуман в Советском Союзе, Ила, который прошел первую модернизацию в начале 90-х, Ила современного, уже цифрового. Вторая важная часть стенда – водопад, символизирующий Волгу. Важный водный ресурс нашего региона отразят водной стеной с капельным водопадом. Рядом разместят макет ветрогенератора и огромный экран с роботизированной рукой. Последнее будет символизировать будущее области. А 29 ноября пройдет День Ульяновской области. В этот день на площадках ВДНХ выступят ведущие коллективы и солисты региона. Молодые дизайнеры представят дефиле коллекций собственного производства, а поклонников фильмов объединит «Вечер с кино». Анна Тищенко, Управда, ТВ.